утро нас встречает чудом! С добрым утром, малыши! Шуба! 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 Где моя шуба? Так, ой, стол ой. Мой здесь, отлично! Так, ага, коробка тоже здесь, так подвиньтесь, пожалуйста! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Вы что-то потеряли? Да, я потерял шубу! Где моя шуба? Вы не видели, Хрюша? У нас нет вашей шубы! Мы даже не поняли, как тут оказались ваша коробка и стол. Да это обычные фокусы, что вы понимаете в магии. Так, шуба... Аня! О, отлично! Так, ну-ка! Оп! Щелчок пальцами и появляется шуба! Вот она! Эх ты, моя шуба! Ну какая же это шуба? Это же шиншилла! Что, что ты понимаешь в шиншиллах? Вот ты поросенок, Хрюша, а это... Это шиншилла, шуба! Вот так вот! Ой, какая хорошая шиншилла, такая мохнатая! Она, конечно, хорошая, но постоянно куда-то исчезает, понимаете? Пропадает. Ну вот, например, даже вот взять эту коробку. Вот смотрите. Готовы? Да. Готовы. Да, все да. Очень просто. Берем, сажаем ее в коробку. Так. Так. И? Закрываем. Закрываем. Видно? Затем разбираем коробку по частям. Ой. Оп, извините, пожалуйста. Пожалуйста. Ой. И все. Исчезла. Вот так как вот. Как так? Хрюша! Пусто! Пусто. Ой. Может быть, она у тебя где-то в кружке там, где ты пил чай? Нет, нету. Антон! А! А может, она у тебя в кармане? Как? В каком кармане? Да нет, нет никого. На самом деле, она все там же, в коробке. В какой коробке? Вы же ее разобрали. Да, не может быть. Смотрите, вот такая у меня шиншилла. Давай скорее. Вот так вот. Собираем коробочку обратно. Ой. Раз. Раз. Двас. Двас. Трис. Трис. И все. Вот, пожалуйста. Вот она. Шуба. О-о-о. Пожалуйста. Вот она. Моя шуба. Хрюша. Вот это да. Какая-то у вас получилась складная шиншилла. Может быть... А, может быть, она просто умеет телепортироваться. Ну, то есть, мгновенно перемещаться на дальние расстояния. Вжик, вжик, вжик. Вжик, вот, вжик, вжик. Собственно говоря, об этом мы тоже можем поговорить. Я покажу вам фокус, который называется операция телепортация. Операция телепортация? Совершенно верно. Аня, неси мой реквизит. Ну и что это такое? Как что? Я же говорил, телепортаторы. Вот телепортатор номер один. И телепортатор, собственно говоря, номер два. Вот так вот, да. Не верю, не верю. А телепортировать мы будем? Какая у тебя странная позиция. Телепортировать мы будем вот. То, что находится в этом ведре. Значит, вот что это? Кубик. Кубик. А? Кубик. Аня? Хрюша? Да, кубик, подтверждаю. Подтверждаете, отлично. Этот кубик, держи ведро. Молодец. Мы помещаем в телепортатор номер один. Так. Щелкаем пальцами, и он перемещается в телепортатор номер два. Проверим. Все произошло. Сложная часть. Щелкаем, и он перемещается обратно. Вот. А здесь как ничего не было, так ничего и нет. Хрюша, нас, кажется, Александр хочет обмануть. Ну что, Антон, Хрюша, ну как я могу? Вот же, говорю, телепортатор. Накрываем, щелкаем и перемещается. Вот. Все, готово. Теперь сложная часть, как и было, щелкаю, он перемещается обратно, а здесь как ничего не было, так ничего и нет. Вот, пожалуйста. Ну, это вы, кажется, решили, что мы как маленькие дети. Ну,
Я тоже так могу. А что же, мне нужно открыть кубик, щелкнуть и показать, что он переместился? Ну, конечно. Да? Да, да. Да, мы все этого и ждем. И ребята у экрана телевизора тоже. Так и знал. Пожалуйста, я же говорю, здесь щелкаю пальцами, и вот переместился. А здесь как ничего не было, так ничего и нет. Как я и, собственно, говорил. Да. Ого, ребята, вы это видели? Так, Антон, подожди. Сложная часть. Щелкаем пальцами, он перемещается обратно. Да. А теперь ускоренное действие. Раз, два, оп, 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 и скорость света. Крюша, ты готов? Да, я готов, готов. Все, видели? Скорость света. Вы, наверное, думаете, что у меня два кубика? Да мы в этом уверены. Да, я видел два кубика. Вы что думаете, я вас обманываю? Да. Вот, здесь ничего нет. Как так? Так же, как и здесь ничего нет. А кубик находится. Где? Где? Вот здесь. Да как в ведре, же, пожалуйста, доставай, сам проверяй. Посмотри на него, целый кубик, вот так вот. Ой-ой-ой. Целый кубик, и правда. Да, жаль, что я так не могу перемещаться. Сколько бы времени можно было бы сэкономить. Бац, бац, бжит, тут, там. Вообще. А вы, Александр, к нам в студию тоже телепортировались? Это секрет. Значит, не расскажете, да? Что, что, что? Нет. Жаль. Не узнаем мы с тобой секреты телепортации, Хрюша. Придется снова стоять в пробке, пока до дома доберешься. Вот света белого мы с тобой и не видим. Со светом белым я как раз вам и могу помочь. Хотите научиться включать лампочку без электричества? При помощи батарейки, что ли? С помощью рук. Ну, нам понадобится лампочка. Шутите? Я столько раз держал лампочку в руках и ничего. А тут возьму, и она засветится, да? Что, не верите мне опять? Нет, не верим. Щелчок пальцев, и она зажглась. Щелчок и погасла. Все очень просто, проверяй лампочку. Смотри на нее внимательно, самая обычная лампочка. Там нет никакого выключателя? Нет. Ребята. Как это так? А почему она загорается? Да. Я вам сейчас все расскажу, я же обещал. Да. На самом деле, берем обычную лампочку и... И что? И обыкновенный фонарик. Ставим фонарик сзади лампочки так, чтобы не было видно зрителю. Щелкаем пальцами, чтобы скрыть нажатие на кнопку фонарика и... Все. Раз. Какой хитрый вы, Александр. А то, это же моя работа. Вот там. Это да. Все, теперь на даче без света мы точно не останемся, Хрюша. Ой, ой, надо скорее Степашке рассказать про лампочку. Александр, а вы можете меня к нему телепортировать, а? Да запросто. Вот, держим. Молодец. И... Ой, Хрюша! Хрюша, ты где? Подожди, Антон! Я его телепортировал! Ой, так быстро! Конечно! Ну, а что, тебя может быть тоже это... телепортировать? Нет, нет, не надо, спасибо большое! Я передумал, я... Да я лучше сам, своими ногами! Тогда, может быть, это... ребят телепортировать? Александр, не надо ребят! Ну, а кто же тогда будет смотреть наш канал? Ребята, не переключайтесь и не забывайте про новые выпуски. Будет весело, интересно и познавательно. Обязательно! Ребята, до новых встреч!